Всем привет, вы на канале Алекс Кит. Продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Пролагай, спасибо. Вот, извиняюсь перед теми людьми, кто ожидал эту серию несколько дней. Вот, я немножечко приболел, температура была 39, вообще не мог встать с кровати, было очень плохо. Сейчас вот как стало получше, решил только записать. Хорошо, что там была Сирона. Я так говорил, что она хороший человек. Да, это очевидно, похоже, Рокуэлл и Харроу совершенно не испугали. Думаю, тебе лучше рассказать мне, почему Виктор Вук на тобой интересуется. Мы можем поговорить позже, а сейчас нужно возвращаться в замок. Если профессор Уизли еще не знает нападение троллей, то скоро узнает. Не хочу, чтобы меня снова оставили после Рокуэлла с возвращения после отбоя. Так, Так, еще разговаривать тяжело. Горло прям болит, но одну серию я точно запишу. Посмотрим, как будет состояние после записи первой серии. Так, а куда мне надо? Мне куда надо? А, в гостиную. Лестницы, наверное. Нет. А, в гостиную Слизерину, да? Вот, и... Не знаю по поводу, кстати, да, уже говорил, не знаю по поводу следующей серии, будут ли они записываться или нет. И хочется очень сильно, на самом деле, поиграть, быстрее пройти это все, но... Не знаю, слышно по голосу, нет, очень тяжело разговаривать, реально. Вот. Загрузки, конечно, в этой игре долго может состариться. Пока загрузится. Кстати, хоть бы арты бы хоть сделали по-разному, я не знаю. О, при загрузке сюда там три картинки. Это Хогвартс, это Хогсмид и вот это вот. Ну, или там не Хогсмид, что-то другое, но вот маловато, как-то могли бы больше артов понаделать. Кто-то в прошлом видео там в комментариях согласился со мной по поводу задников этих, которые выглядят максимально пустыми даже на артах. Вот. Но сказали, что если на ультры поставить, в принципе, будет сносно, но ультры сильно мыли, сорян. И у меня идут, в принципе, 60 кадров. Моментами фризит, но мыло лютое. Я уровень повысил. Так, эскейп. Мне сказали в эскейп зайти. Испытания горят. Это. Завершите, награда. Выполнено. И перчатку какую-то получил. Легендарные. Очки для чтения на полу. Мне не надо очки. И все, я больше ничего не выполнил, что ли? Ладно, а что мне делать дальше? Ладно, пойдем. Получили сову. Письмо типа... О, дед, здорово. А, зайди ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Берингстоне. Окей. Можно инвентарь еще зайти как-то? Мне перчаточки дали, между прочим. Ну, выглядели они вообще-то получше на картинке. Я могу реально очки... А чумку согласный кухонь-то? Рукояти палочек. Еще можно палочки тут. Инвентарь, коллекция испытаний, карт. Ладно. Теперь мы хотя бы знаем, но что нам нужно куда-то идти конкретно. А, тут уже путь проложен. А там есть точка перемещения, кстати. И не надо бежать через целый дом. Четко. Только загрузки были бы быстрее, было бы вообще шикарно. О, кстати, арт новый, я такой, по-моему, не видел. Или видел. А это что? Yellowstone. Ой, как называется? Где-то в Америке круглая такая, это из камней. Не помню. Так, тихо. Давай прогрузись уже.
The Minister for Magic was Albert Boot. А у нас тут что, Алиса в стране чудес? I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flat. Fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister? Что-то он вообще провокатор какой-то. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. Так, постояночка. Ой. Я думал, это то, что нужно, летает. Гарвейли, да, я еще думаю, куда там нажимать-то надо. Опа. Сундук. Костюм дуэлянта. Погоди, я это что еще видел? Вот, надо с той стороны так. Не понял. Это отсылка на Гарри Поттера? А что будет? А, я думал, а там отсылка реально на Гарри Поттера, типа, мы же в туалете там что-то варили. А я тут могу? А, может здесь можно зайти? Я еще раз. А, вот он. А что с ним делать? А я не знаю, может быть, ну, пока еще не ясно, как открывать. А, куда идти-то? Так, поехали, поехали. Здорово, старый. Как у тебя дела? Подождем. А, нормально, нормально. Он уже прошел сеть. Старый, как? Что такое? Что ты там нашел? Профессор, как же славно вас видеть. Я, а как же рад? Я, слава медленного целого, я слышал о нападении. Надо же, тролли, да еще и хоп, смете. Да, сэр, тролли были в доспехах с тем же тем освещением, что и тот драконий ошейник. Да, гоблинское серебро. С его помощью Ронрок управлял драконом. Но как? И зачем отправлять тролли в... Это из-за меня. Мне удалось случайно послушать разговор с Виктором Уквудом. Ранок был в Хоксмите, да еще Уквудом. Тролли должны были всех отвлечь, пока Уквуд сделал бы со мной. И он бы разделался, не вмешиваясь, а с Сироной. Короче, он бы убил меня, если бы не остальные. Прискорбные новости. Если за вами охотятся гоблины, Ранрока и темные волшебники, значит вам им нужно содержимого этого сейфа. Так. Им нужен медальон. Вы говорили, что кое-что обнаружили в нем. Да, да. Я обнаружил надпись, и когда прочитал ее вслух, появилась эта карта. Хитро придумано. Карта Хогвартса? Безусловно, карта Хогвартса, но я не знаю, куда она ведет. Библиотека, точнее, запах ту секцию, и немного дальше я вижу на ней следы магии. Так и знал, что вы их увидите. Идем? Я ваш энтузиазм, и мне нужно не терпеться узнать, что же там может быть, но... После тех событий в Кыргызстане, не говоря уж о том, что случилось с Мирем, одной, я знаю точно, наш путь безумно опасен. А что поделать? Поэтому я хотел бы, чтобы сперва вы немного позанималась с профессором. Но, сэр, что может быть в уважаемой библиотеке? Лично наверняка идет всего лишь о книге. Даже если мы отправляемся туда просто за книг, нужно быть готовым ко всему. Проходите ко мне, когда отточите мастерство защитных заклинаний. Да я умею. Вот оно. Давай, ладно. А куда мне надо теперь? Вот это? А, ну тут не... Ну, по ощущениям недалеко. Вот сундук какой-то, вот это что такое? Вот это на карте. Надо мной где, я не понимаю. Ладно. На карте сундук какой-то, ну, а, выше, ниже, все. Я увидел. Так, это вниз. Ну, давайте уже движуху в самом-то деле, мне эти
Учеба заклинаний. Он двигается? Да, маленечко есть. А прикольно, конечно, что-то вот все. Все двигается, что-то. Рассматривают. Атмосферно. Опа, открывай. И что будет? Просто покрутить можно, типа? Да. Я думал, что это будет. Не-не, мнение к тебе. Я чисто по сюжетку, я не люблю вот эти ваши побочки вечные. Опа. Ты смотрит на меня. Да-да, привет. Ой. Профессор, вы собираетесь научить меня новому заклинанию? Хорошо. Профессор Фиг намекнул, что изучение личных заклинаний нам лучше поспешить. Да-да, есть такое дело. Поэтому я обучу вас поджигающему заклятию инцендию. С его помощью можно зажечь факел, избавиться от паутины или защититься от тех, кто хочет причинить вам вред. Весьма практично. Весьма. Но прежде чем мы начнем, я прошу вас выполнить несколько начинается. Некоторые из них вас удивят. Ученики слишком часто полагают, будто их преподаватели ничего не знают. Когда закончите, подойдите ко мне, и мы начнем разучивать инцендио. Ой, как я обожаю вот эти вот... Пойди сделай то, принеси то, чтобы тебе дали то, и чтобы ты мог дальше по сюжету идти. Но выполни миллион побочек, которые... Ну, извините. Миллион побочек, чтобы... Чтобы было. Чтобы было, наверное, интереснее играть. О, а, загружается. Опа. Опять мы... Ну вот... Ой, я тут хочу летать. Когда меня уже будут летать? Я тут хочу полетать. Ну чё, каждый раз будете загружаться? Опа, опа. Собрать. Туалет приденем, страница руководства. А у меня еще нету это... Что? О, я не помню, как заклинание называется, там Гермиона открывала там. О, ну куда я полетаю? Я полетать хочу. Видишь, когда-нибудь, мне кажется, видишь, добавят здесь в каком-то... В каком-либо DLC. Не, Люмос не надо. Опа. А вы что думали, я не найду? Что вы думали? Ты что ли? Чем могу, может ты мне поможешь? Или я тебе вернее? Типа сам посетовал, мне спросили тебя про клуб. Я провожу дуэли в скрещенных палочках. Это такой дуэльный клуб, приглашения к этому попало не выдают. Так что, видимо, тебе удалось впечатлить Себастьян. Приятно слышать. Мне Лиса слышит такой. Себастьян тоже неплохой дуэлянт. Такой себе. Представляю себе, какую завладающую дуэль вы можете устроить. Какие именно происходят в секретных палочках? Ты проходишь и оставляешь против всех других участников, и тот, кто по итогу выстоит, становится победителем. Так мы определяем, кто из нас лучший дуэлянт школы. А для большего интереса на кону еще и приз. Хочешь поучаствовать? Да, давай. Да, да. Давай-давай. Дуэли — это отличное развлечение. Согласен. Кроме того, в обычных палочках можно сражаться в паре. На первый раз встанешь в пару с Себастьяном, а затем можешь привести какой-нибудь еще и сражаться в одиночку. Ну что, рискнешь сразить там? Конечно, да. Давай, только... Я, конечно, не... Закрой рот. Я не за этим... Чё орёшь? Я не за этим сюда шел, конечно, но ладно. Ты еще пожалеешь, что записался. А ты пизды сейчас получишь, по-моему. Да я понял, давайте, я уже готов. Ну
Ай-яй. Нормально, нормально. Мне хп что не очень, по-моему. А как ее убить? Поражение? А можно повторить? Да. Давай, 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 да. Don't count me out yet. Brilliant. Brilliant, отлично. Окей. Ладно, давай еще раз. Можно привязку цели сделать. Ой, а у него в реколе заклинание есть. Так, вот с этой что делать? З? Я не понял. А, она шла. Победа легчайшая. Я просто не понял, как именно тот щит, я помню, что нужно Левиоса сбивать, а этот я так и не понял. Все, давай, давай, мне уже не интересно, малой. Мне вообще-то по сюжету нужно было пойти. Или это и был сюжет? Подожди, почему меня к нему опять ведет дорога? М, я М нажал. Что, прикалываешься? Снаряжение где-то у меня, видимо, есть какое-то. Но я это одевать не буду. Что, прикалываешься? И тихо, это тоже не буду. Все, спасибо. Так. Типа а, вот, ты поучаствуй в двух дуэлях, все. Малой. Я готов. Да, давай, давай, давай. Вполне готов, давай. Онайч. А давай онайч. Давай. Она там говорила, что там говорили мне, что она с Бесса за Бесс. А, это с кем я буду? А вот и дебильная у тебя, конечно, улыбка такая. Я понял уже все. Ну все. Опа. Нормально, нормально, нормально. Только я привязку не хочу вот эту. А, вот это я знаю, как делать. Ты меня уже тут не обманешь. Я уже все шарю. Кто меня бьет? А, я один? А, я не один. Просто у меня тиммейты конченые. Нормально, нормально, сейчас все будет. Нормально, нормально, нормально. Все, тачим, тачим. Ну, вы как... Тиммейты, конечно, бездари. Почему все меня бьют? Да браво, браво, я понял. Где прист? Для самых рискованных? Ну, а может еще разочек? Давай, давай, давай. Ладно, все, давай. Для самых рискованных я это он. Поехали, да? Один на один? Я не выбираю ничего? Да. Подожди, это не то. Как выйти оттуда? Как выйти? Можно выйти? Я не хотел. Я не хотел.
Все, я понял. Я понял. Раз, два, три. Это прям, ну, ладно. А, ну это можно дольше противника в воздухе держать. Брат, я не хочу. Спасибо, я просто... Я хотел это. Ладно. Ладно, куда у меня там дорога дальше лежит-то? Так, поведу я пока сюда посмотрю, чтобы можно было, может быть. Хотелось бы, конечно, сюда самому... вот сюда, да? Давай сюда. Поближе. Поближе, поближе. Ну. Загрузки долгие, конечно, ужас просто. Я хочу, чтобы медленно полетать. А еще тут можно полетать на гипогрифе, которого мне тоже хотелось поиграться как-то, но пока еще не дают. Странно. Ну, на самом деле, концепция мне нравится. Я бы хотел, наоборот, типа, с первого года вот это вот все, чтобы квиддич самое главное был. Вот квиддич, это вообще, я помню, раньше игрушка была, но ее все захейтили, но у меня, для меня, как для человека, я маленький был, сколько мне лет, 12, может быть, 14. Это вот в том районе. Квиддич игра отдельная вышла, но я в нее, мне она очень понравилась, но она супер была, как сказать, ну, на 2 минуты, я не знаю. Она была очень легкая, и там очень мало механик, и ДТП, ну как, допка вышла. Я надеюсь, здесь также не сделают, что просто как отдельную игру калываю. Я надеюсь, что сделают все-таки когда-то допку именно сюда, и это будет прям в игре реализовано. Не хотелось бы в калываю просто отрасль какую-то играть. Вот. Ты играешь, шкаф? Все покрутить можно. А мне уже можно это учить заклинание? Так это отлично. Надеюсь. Всегда не выполнил я, короче. Прекрасно. В таком случае, вероятно, вы готовы изучить инцендию. Да, я готов. Вероятно. Да, я навещал немало своих коллег в больнице Святого Мунга и знаю, что обладать огонь непросто. До сего момента наш талант заклинаний меня приятно удивлял, но сейчас вам прежде всего понадобится сосредоточенность. Не хотелось бы, чтобы итогом сегодняшнего урока была загоревшаяся мантия. Начнем. И помните, движения палочки должны быть очень точными. И... Окей, поехали. Ну это... Если для кого-то сложность в изучении заклинаний когда-то есть, то это, конечно... Ну не знаю. Все? Как его использовать? Да. Инцендио. Вместо чего-то надо его выбрать, типа. Ну, наверное... вместо фонаря, а фонарь поставить вот сюда. Или как, нельзя так? Ну, фонарь, наверное, уже... Вот, мне кажется, вот так вот. А реально, почему нельзя? Р. Нормально. Ну-ка. Куда ты стреляешь? Как до тебя дойти, профессор? Ну вот так вот, да? Я просто на эту же лестницу перемещусь. Фу. Ну все, я думаю, сейчас добежим до него, а в следующей серии уже пойдем на приключение в библиотеку. Я думаю, заклинания мы выучили не просто так. Для чего-то не пригодятся, может быть, начнется какой-то движ уже. Все таки. Подсказки. Что там в подсказках? Обращайте внимание на необнаженные. Угу, спасибо. Спасибо. Успел, как говорится, ну, защитить от входных блокированных атак. При удержании проводится контратак. Но это я знаю. Которое временно оглушает противников и разрушает щитовые чары.
За исключением уровня сложности тяжело. Но мне не тяжело, у меня нормально. А где хижина Хагрида? До нее можно будет прогуляться? Кстати, Хагрида это еще очевидно, нет? Но прогуляться до этого, наверное, можно будет? Так, куда мне идти-то? Ну, я так понимаю... А куда идти? А. Понял. Вообще в другую сторону куда-то. А, это здесь я... А, кстати. Лук. Ты все равно? Понял, ему все равно. Может, ему надо глаза закрыть? Ну заходи уже. Так, ладно. Так, про фигу и библиотеку мы пойдем уже в следующей серии. А сейчас подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, комментируй. И всем хорошего настроения, всем пока.